Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. У нас сегодня с вами первое заседание экспертного совета по развитию исторического образования. И прежде чем мы перейдем к обсуждению, я хотел бы предоставить слово приветственное, я так понимаю, по ВКС. Сергею Евгеньевичу Нарышкину, председателю Ассоциации «Российское историческое общество». Человеку, который постоянно с нами в контакте по целому ряду вопросов. И все, что касается исторической науки, исторического образования, исторического просвещения, мы регулярно на связи с Российским историческим обществом. От контрольных цифр приема, ежегодного выделения до других, всех тех вопросов, которые волнуют и студентов, и преподавателей, и исследователей. И я чуть позже об этом скажу. Сегодня как раз Сергей Евгеньевич любезно согласился поучаствовать с нами. Уважаемый Сергей Евгеньевич, пожалуйста, вам слово. Уважаемый Валерий Николаевич, уважаемые коллеги, прежде чем перейти к основной теме встречи, хотел бы кратко поделиться своей оценкой текущих событий. Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире. В прежние времена наши предки, сталкиваясь с подобными вызовами, всякий раз черпали силу в нашем историческом опыте, национальном самосознании, вековых традициях отечественной культуры, в наших ценностях. Нельзя забывать, что главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории – был и остается суверенитет, право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу. Суверенитет – это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае – перестанет быть Россией. Решение президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире. России просто не оставили шансов поступить иначе. Малейшее промедление в отношении откровенно русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией. Уважаемые коллеги, огромное значение в эти дни приобретает гуманитарная, образовательная повестка. Поэтому, конечно же, приветствую ваше решение, Валерий Николаевич, сформировать экспертный совет по развитию исторического образования при Министерстве науки России. Российским историческим обществом накоплен большой положительный опыт сотрудничества с министерством. Нам вместе удалось существенно продвинуться в организации справедливого и эффективного распределения контрольных цифр приема. Напомню, что уже в следующем году бюджетный прием на исторические специальности будет открыт во всех регионах страны. Благодарны вам, уважаемый Валерий Николаевич, и за недавно принятое решение о формировании укрупненной группы специальностей и направлений подготовки исторические науки практически в том же виде, в каком сейчас существует укрупненная группа специальностей история и археология. Считал бы правильным в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы студенты-историки, вне зависимости от того, в каком вузе они учатся, получали бы актуальные, современные и востребованные профессиональные знания. Ни для кого не секрет, что ситуация везде разная. В некоторых вузах достаточно опытных, сильных преподавателей и хорошо налажено производственная практика, в других обстановка не такая благоприятная.
Думаю, что экспертный совет вполне мог бы выявлять и анализировать такие проблемы, помогать оперативно находить нужные решения, в том числе с применением сетевых форм реализации образовательных программ, то есть через взаимодействие региональных вузов с ведущими университетами или академическими институтами. Несколько слов в обосновании нашего подхода к планированию контрольных цифр приема. Важно понимать, сколько выпускников, историков выходит на рынок труда и куда конкретно они устраиваются. При этом, как мне представляется, надлежит учитывать в статистике не только выпускников по укрупненной группе специальностей «История и археология», но и будущих учителей истории, подготовка которых ведется в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогические науки». Работая с контрольными цифрами приема, следует, как мне представляется, руководствоваться не только предполагаемыми потребностями рынка труда, но и пониманием того, что профессиональный историк – это такой, ну, если хотите, универсальный аналитик. А наличие достаточного количества профессиональных историков в регионе – это, помимо прочего, и необходимый фактор стабилизации общественной жизни. Уверен, что историк, работающий в органах государственной и муниципальной власти, в средствах массовой информации, ну или даже в органах государственной безопасности, трудится по специальности. Вот что касается службы, которую я возглавляю, этот тезис абсолютно точен. Еще одной отдельной задачей экспертного совета, на мой взгляд, должно стать обеспечение качества преподавания истории на неисторических направлениях подготовки. Следует выделить те исторические события, явления и закономерности, которые должны быть известны молодым людям в обязательном порядке. Следует проанализировать качество учебных пособий, прийти к единообразию в подходах к изложению исторического материала. Я думаю, что Константин Ильич Могилевский расскажет об этом поподробнее. Завершая, хотел бы добавить, что в состав экспертного совета вошел целый ряд таких авторитетных членов Российского исторического общества. Я прошу вас, мои уважаемые коллеги, оказывать всемерное содействие министерству в решении сложных и очень важных задач, о которых мы говорим сегодня. Уверен, что старт работы экспертного совета по развитию исторического образования позволит вывести наше сотрудничество на иной, качественно новый уровень. Валерий Николаевич, еще раз благодарю вас и возвращаю вам микрофон. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Сергей Евгеньевич. Это действительно наш давний замысел, так поступательно, последовательно двигаться с экспертным историческим сообществом, с нашими коллегами из университетов. И создание экспертного совета, не секрет, мы с вами обсуждали еще в середине 2021 года. Поэтому это нескороспелое такое решение, очень выверенное, с понятными, актуальными и системными задачами. Я несколько слов хотел бы в продолжение того, что, уважаемый Сергей Евгеньевич, вы сказали, тоже высказаться. Те принципиальные изменения в жизни современного российского общества невозможны без широкого осмысления важной роли исторического образования, исторической науки в общественно-политическом, экономическом, социальном и культурном развитии страны. История является той областью знаний, которая создает преемственность поколений, влияет на гражданскую политическую культуру, мировоззрение, нравственные ценности человека, на становление личности. История как наука и учебная дисциплина формирует отношение общества к своему прошлому и учит по-новому смотреть на настоящее. И, конечно, сегодня Сергей Евгеньевич сказал, неоднократно, я думаю, будет говориться о роли истории
в формировании личности, независимо от того, готовим мы специалиста по естественно-научным специальностям, направлениям, специалиста в области общественных или социально-гуманитарных наук, айтишника или представителя творческих индустрий. В любом случае, задача любого университета, в первую очередь, это сформирование системы ценностей, это формирование общей культуры. А формирование общей культуры невозможно без истории, как стержневого элемента. И я в этой связи хотел бы отметить, что экспертный совет в своей работе, я чуть позже скажу об общекультурной компоненте, но экспертный совет, я бы очень хотел, это посыл со стороны министерства, затронет в своей работе и отраслевую историю. У нас, вы знаете, система высшего образования построена уникальным образом, у нас целая россыпь таких отраслевых вузов, аграрные, медицинские, транспортные, педагогические и ряд других. И в этой связи отраслевая история, она приобретает, то есть знание не просто каких-то общих, очень важных фактов из общей истории, а именно отраслевая история приобретает тоже особую значимость. На что должно быть обращено внимание экспертного сообщества, нашего экспертного совета, и где мы видим основную сферу приложения усилий для министерства на ближайшие годы? Конечно, важнейшей фигурой в обучении, воспитании, формировании исторической памяти, гражданской позиции является личность преподавателя. Собственная убежденность, приверженность национальным традициям, осознание важности причастности к историческому пути народа и государства, неотделимость общекультурного и эмоционального пространства – все это качество для преподавателя истории являются абсолютно необходимыми. Мы будем способствовать всемерно развитию этих качеств, навыков преподавания, овладения новейшим технологическим инструментарием, позволяющим на максимально подходящим учащимся платформах донести главное до души и ума молодого человека. Ну и, к слову сказать, техническое оснащение нашего преподавательского корпуса является не последней деталью возможности решать стоящую перед ним задачу. Я бы в этой связи хотел сказать, что контрольные цифры приема – это только начало большого пути. Профориентационная работа в школах наших университетов, зачем качество исторического образования в университетах, в первую очередь, конечно, на бюджетных местах, мы считаем, что здесь должно быть достаточное количество возможностей получить образование бесплатно. И в качестве поддержки для всех уровней образования мы с этого года, эти вопросы уже проработаны, но я думаю, они станут еще предметом обсуждения на заседании экспертного совета. Хотим развернуть целую серию летних школ для преподавателей, историков и студентов, историков, и специальные курсы для преподавателей, особенно молодых, с тем, чтобы это были полноценные дискуссионные площадки и возможность с привлечением лучших экспертов, многие из которых, кстати сказать, принимают участие здесь, сегодня, либо по видеоконференц-связи. То есть по существу вот тот запрос, который есть на мобильность, на возможность обмениваться мнениями, приезжая из разных регионов на те или иные площадки, мы постараемся по-особому удовлетворить в этом году. Вторая важная тема, а собственно, если не брать исследования, мы знаем, преподавание, в первую очередь, это люди, преподаватели и студенты, это контент и технологии. Так вот, все, что касается контента, мы здесь очень бережно и осторожно подходим к этому вопросу, но понимаем, что все-таки необходимый порядок здесь тоже надо наводить. Осмысленно, разумно, последовательно. Почему? Потому что об этом сегодня будет говориться профессионалами, в том числе. Мы посмотрели методических материалов сегодня, несколько тысяч разного рода учебников, учебных пособий, хрестоматий и разного рода иных материалов. Поэтому учебники, учебные пособия – это особая тема и особый фокус внимания экспертного совета. Мы ни в коем случае не хотим ограничивать преподавателя единым стандартным набором учебников. Более того, в различных условиях макрорегионов нашей большой страны было бы неправильно, и неправильно, очевидно, что в районах Сибири, Дальнего Востока следует уделять особое внимание истории освоения этого необъятного края, причем даже совпадение фамилий деятелей этого освоения в разные века зачастую будут совпадать с фамилиями учащихся семей старожилов. В Калининграде же, например, было бы странно не объяснить досконально историю причин вхождения этих земель в состав нашего государства. И, тем не менее, дух наших учебных пособий, конечно же, должен быть созвучен важнейшей задачей привития молодому человеку гордости за нашу историю, причастности к более чем
тысячелетней культуре, осознанию наследования подвигов и свершений предков. Коллеги, я в этой связи хочу обратить особое внимание. Мы здесь будем двигаться, опираясь на консолидированное мнение экспертного сообщества, которое представлено здесь. Но у нас есть примеры и есть разного рода обращения, когда та литература, которая используется в том числе в преподавании истории, ну, она совершенно по-разному трактуется и вызывает вопросы не только у преподавателей, профессионалов, у исследователей, но в том числе и у студентов. Дорогие друзья, уверен, что экспертный совет внесет весомый вклад в развитие исторического образования. И в завершение я хотел бы еще один важный момент сказать. Мы сегодня обсуждаем целую серию новых проектов, посвященных развитию исторической науки. В этой связи эти проекты, коллеги здесь присутствующие на ПВКС, проекты эти знают, я их сейчас отдельно анонсировать не буду, я лишь только хочу отметить, что историческое образование должно быть, его фундаментом должна быть историческая наука. Немыслимо, и университет сам по себе – это интеллектуальная корпорация, где не просто идет передача или трансляция знания, а знания неразрывно связаны с воспроизводством нового знания, то есть с исследованиями, с движением вперед. И в хороших университетах, в университетах исследовательского типа, это еще и формирование у лучших студентов, особенно уровня магистратуры, специалитета, подготовку, в рамках подготовки к исследовательской деятельности, особой исследовательской культуры. Поэтому здесь тоже должен быть особый фокус, достаточное количество исследований исторических и оснащение необходимой приборной базой, несмотря на все сложности, в которых мы сегодня оказываемся, поскольку история как наука гуманитарная сегодня во многом зависит от естественно научных методов исследований, от прекрасного оснащения приборной базой. Думаю, что, наверное, на одном из наших с вами заседаний мы предметно об этом поговорим и посмотрим. Вот ряд коллег, у нас совсем недавно были такие обстоятельные разговоры, мы эту работу будем проводить. Таким образом, суммируя, я хочу еще раз обратиться, у данного экспертного совета вполне понятная задача. Первое. Повышение качества исторического образования через создание специальных курсов, повышение квалификации и дискуссионных площадок для наших преподавателей истории и студентов заинтересованных. Второе. Это обмен лучшими практиками преподавания истории и работа с контентом. Еще раз повторюсь, взвешенная, осмысленная, последовательно, с опорой на коллег, которые смогут выработать консолидированное мнение. Но очевидно, что то множество и разнообразие методических материалов, которые есть у нас сегодня, и надо как минимум этим обстоятельно позаниматься и посмотреть. И третье. Развитие исторического образования, технологии образования в этой уникальной области с опорой на передовые знания в области истории, на историческую науку. И, следовательно, поддержка наиболее перспективных, востребованных, актуальных научных исследований, на что мы будем тоже обращать первостепенное внимание. Спасибо большое, благодарю. У нас по регламенту с вами несколько вопросов. Докладчики готовы, в основном это до 5 минут доклада. Я предлагаю следующим образом поработать, дать возможность у нас трем коллегам выступить, а потом все, кто хотел бы высказаться, коллеги, мы пообсуждаем, и у нас будет общая дискуссия. По следующему, третьему вопросу повестки дня о структуре, целях и задачах экспертного совета я попрошу доложить Елену Сергеевну Дружинину, заместителя министра науки и высшего образования. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде чем я расскажу об основных направлениях работы экспертного совета по историческому образованию, исходя из целевых установок, которые сделал Сергей Евгеньевич, Валерий Николаевич, не могу не сказать о его возрастающей роли с каждым днем. На фоне невероятной волны фейков и дезинформации, когда для целых государств такое понятие, как исторический факт, стирается, любые события в мире становятся лишь предметом для манипулирования общественным мнением,
сохранение исторической правды – это ясная, понятная, необходимая мера. Дело не только в том, что нам нужно создать общий исторический фундамент, но и что нельзя допустить искажения нашей истории, но и в том, что работа по созданию такого фундамента, как и процесс его изучения, вырабатывают критическое мышление, которое в конечном итоге позволяет нам отделить и отличить правду от вымысла. Чем же будет заниматься экспертный совет? Я перечислю далеко не все функции, но выделю те, которым будет повышенное внимание уделяться. Итак, это организация экспертизы учебных пособий по истории в высшей школе, это противодействие фальсификации истории, это популяризация исторического знания и выработка рекомендаций для университетов. Работа экспертного совета имеет два связанных между собой контура. С одной стороны, она направлена на формирование у студенческой молодежи твердых базовых представлений о прошлом нашей страны через улучшение качества исторического образования. С другой стороны, это противодействие системным попыткам фальсификации отечественной истории, в том числе предотвращение публикаций, допускающих уничижительную оценку действий руководства нашей страны, которые индексируются в зарубежных базах данных. Вся описанная работа будет проходить в рамках трех рабочих групп, если не будут предложены иные рабочие группы. Первая рабочая группа займется концепцией преподавания истории в высшей школе, созданием историко-культурного стандарта и непосредственно экспертизой учебников и учебных пособий. Мы составили перечень, как сказал Валерий Николаевич, на сегодня учебников по истории, которыми пользуются в вузах. Это 4095 учебных пособий. И сегодня нет единых рекомендаций или оценки относительно их содержания. При этом у вузов нет обязательств использовать какие-то конкретные учебники, они действуют на свое усмотрение. Совершенно очевидно, что ни студенты, ни школьники не должны учить историю по книгам блогеров, которые, например, события 1812 года трактуют как развязывание войны со стороны российского императора Александра I. Конечно, мы понимаем, что нужны не только правильные книги, но и выверенные стандарты преподавания истории. Причем, как для студентов, выбравших в качестве направления история в качестве своей основной специализации, так и для других направлений подготовки. Каков необходимый минимум исторического знания для физиков или для программистов, на сегодняшний день ответить на этот вопрос достаточно сложно. Отдельный важный момент, об этом сказал Валерий Николаевич, это отраслевая история. Вехи в истории нашей страны можно изучать и по такому направлению: история медицины, космонавтики, приборостроения, развитие системы транспорта. Они очень актуальны для отраслевых специалистов. И знание своей профильной истории позволит им по-новому смотреть на, казалось бы, привычные вещи. Вторая рабочая группа займется научно-просветительской работой. Очевидно, что мало проделать большую аналитическую и научную работу. Нужно правильно и своевременно доводить результаты этой работы как представителям профессионального сообщества, так и до всех жителей России, а в некоторых случаях и мира. Без анализа и четкой концепции по популяризации научно-исследовательских работ сделать это достаточно трудно. Ну и, конечно, научные труды должны находить свое практическое применение, быть доступными для студентов и профессионалов, чтобы на подготовленную экспертным сообществом базу можно было опереться. Кроме того, на группу возлагается подготовка предложений по организации системной работы, направленной на выработку мер по поддержке, мотивации и подготовке научно-педагогических кадров в высшей школе. И третья рабочая группа
Она займется тоже не самым простым вопросом определения гражданской идентичности. В рамках ее деятельности запланирован ряд социологических исследований на тему того, какие факторы, даты, события формируют гражданскую идентичность у современных россиян. Отдельно нужно изучить ситуацию молодых людей, среди молодых людей и студентов, обратиться к роли миграции на формирование идентичности. Это станет хорошим основанием для создания единого пособия для высшей школы. Это все крупные блоки предстоящей работы. Хочется пожелать нам всем терпения, выдержки на этом нелегком пути. И важно в дискуссиях и спорах слышать и слушать друг друга. И я уверена, что наш представительный и очень сильный экспертный совет справится с этой задачей. А первые результаты совместной работы от нас ждут уже на следующем заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Она пройдет под председательством помощника президента Владимира Мединского. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу предоставить слово Константину Ильичу Могилевскому, председателю правления Ассоциации Российское историческое общество. Он с нами на постоянной связи. Большинство огромное вопросов мы с Российским историческим обществом обсуждаем с Сергеем Евгеньевичем и вот с Константином Ильичем. Поэтому, Константин Ильич, просьба высказаться о преподавании истории России, экспертизе учебников и учебных пособий для высшей школы. Очень актуальный вопрос, пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Валерий Николаевич, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Я хотел бы в первую очередь, уважаемый Валерий Николаевич, выразить тоже благодарность вам, вашей команде за очень деловое, очень профессиональное и доброжелательное взаимодействие с историками, взаимодействие, направленное на повышение качества исторического образования, исторической науки. И, готовясь к сегодняшнему заседанию, я провел целую серию консультаций с руководителями региональных отделений Российского исторического общества, и люди действительно много ждут от работы нашего совета. Я хотел бы сказать, что один из элементов хорошего образования – это качество и доступность учебников и учебных пособий. Мы приступили к анализу вот этой ситуации, которая на сегодняшний день сложилась с учебниками. В целом, преподавание курса истории, как правило, ведется по учебникам центральных издательств, и в большинстве случаев существенных нареканий к их структуре и качеству нет. При этом достаточно велика и доля учебников, учебных пособий, подготовленных историческими кафедрами вузов в субъектах, в регионах России. Однако в отдельных случаях, Валерий Николаевич, вы об этом сказали, когда поступают жалобы, когда поступают обращения, может быть востребован такой страховочный механизм экспертизы. Я думаю, что эту функцию в необходимых, подчеркиваю, случаях мог бы взять на себя наш экспертный совет. И экспертиза может быть как научной, так и общественной. Разумеется, результаты такой экспертизы будут носить рекомендательный для вузов характер, но я думаю, что поскольку действительно здесь собрались крупные профессионалы, университеты будут прислушиваться к этим рекомендациям. Второй важный вопрос – это вопрос обеспеченности учебниками образовательного процесса. Он в целом решен на данный момент, решен в первую очередь во многом за счет доступа преподавателей и студентов к различным электронно-библиотечным системам, в которых, помимо учебников, есть разнообразные методические возможности. Коллеги хорошо знакомы с этими системами, и мы можем констатировать, что печатные учебники уже понемногу становятся анахронизмом. Мы знаем, что целый ряд вузов, особенно в регионах, уже потихоньку отказываются от закупки печатных экземпляров учебников.
А это значит, что вопрос состава электронных библиотечных систем, тех учебников, которые туда входят, а также, в принципе, наличие в них необходимого для преподавания истории и литературы, он нуждается в более подробном рассмотрении. Это также может быть задачей нашего совета. Уважаемые коллеги, несколько слов о преподавании истории на неисторических направлениях подготовки. К настоящему времени по всем направлениям подготовки бакалавриата произошел переход на федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования нового поколения, так называемые 3++. И в них дисциплина история зафиксирована как обязательная для всех. Это очень важное, крупное достижение, мне кажется. Но если мы зададимся вопросом, какая цель преподавания истории на неисторических специальностях, то, мне кажется, тот ответ, который содержится в стандарте, на сегодняшний день уже недостаточен. Мы здесь должны двигаться потихоньку дальше. В ГОС по всем направлениям подготовки предусматривает формирование обучающихся универсальных компетенций, например, таких, способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. Я очень поддерживаю идею, которую сказала Лена Сергеевна, что все-таки нам, наверное, нужно двигаться к какому-то минимуму, представлению о минимуме тех исторических знаний, которыми должны владеть выпускники вузов, независимо от того, по какой специальности они получили высшее образование. Я думаю, что в этом плане для неисторических направлений подготовки мы все-таки должны двигаться к содержательному стандарту, так же, как это было сделано в школе. К содержательному стандарту, который, разумеется, не исключает, и я думаю, это было бы желательно, включить в него вариативные части, связанные с отраслевой историей и связанные с регионовическими тематиками. Мне кажется, это вполне можно сделать. Но нам нужно ответить себе на вопрос, для чего мы преподаем историю студентам всех направлений подготовки. Собственно, ответ на этот вопрос дан. Нам нужно, мне кажется, закрепить его уже на практике. Еще один проблемный узел, связанный с этим, это вопрос минимального количества часов. На практике получается так, что на тех направлениях подготовки, где история не профильная, большее количество часов отводится на так называемую самостоятельную работу студентов. Мы понимаем с вами прекрасно, что от этого качество не улучшается, не растет. Но вот для физической культуры, например, объемы обучения, изучения закреплены в конкретном объеме зачетных единиц, в конкретном объеме часов. Может быть, подумать о том, чтобы в этом же направлении двигаться и в отношении истории. Я понимаю, что это несколько повредит, несколько нарушит стройность системы нашего высшего образования. Но, знаете, я вспоминаю слова Петра Аркадьевича Столыпина, что бывают моменты, когда необходимо выбирать между цельностью теории и цельностью Отечества. И, может быть, это вот как раз этот случай. Уважаемые коллеги, мне кажется, что если мы сможем в этом направлении наладить работу, то мы, конечно, сможем повысить уровень исторической подготовки студентов, в том числе, кстати говоря, иностранных студентов, которые получают образование в наших вузах, независимо от того, зачем они в этот вуз пришли. Спасибо большое. Да, спасибо, Константин Ильич. И я с удовольствием хочу предоставить слово одному из патриархов исторической науки. Позволю себе такое определение научному руководителю Института всеобщей истории
Александру Агановичу Чубарьяну. Александр Аганович, выступит Спасибо. По теме «Состояние и перспективы изучения преподавания всемирной истории в Российской высшей школе». Пожалуйста, Александр Аганович. Спасибо. Уважаемый Валерий Николаевич, уважаемый Сергей Евгеньевич, коллеги, прежде всего я хотел бы приветствовать, конечно, создание нашего совета. Вы знаете, на моей памяти это первый случай, когда министерство создает специальный совет по отдельной специальности, в данном случае по истории. Я думаю, что это отражает два момента. Во-первых, понимание роли и значения истории как науки и как системы преподавания в современных условиях. Я должен сказать, что во всем мире и в нашей стране сейчас просто бум интереса к исторической проблематике. И во-вторых, это показывает, что научное и образовательное сообщество, и министерство, и российское историческое общество понимают свою меру и долю ответственности в этой большой работе. Было когда-то несколько десятков лет, я не помню точно назад, когда коллегия Валерия Николаевича министерства, тогда Миноборнауки, принял решение о том, что во всех вузах страны обязательно два гуманитарных предмета. Это была история и это была философия. И я должен сегодня сказать, констатировать, что все-таки в непрофильных вузах это положение выполняется очень по-разному. И есть очень много случаев, когда это носит чисто формальный характер или явно недостаточный. Поэтому создание нашего совета и внимание к преподаванию истории и в непрофильных вузах, мне кажется, очень важная вещь. Я не буду повторяться, здесь уже было сказано о значении этого для воспитания гражданственности и прочих вещей. Особенно, конечно, надо иметь в виду студенчество. Это ведь во всем мире и в нашей стране такая активная и непростая сфера деятельности, часть гражданского общества. И особенно сейчас, вот я сталкиваюсь со студентами, и я вижу множество вопросов, которые они задают себе и которые для них интересны, именно в свете современных событий. Обращение к истории должно понять им то, что действительно важно для их деятельности и существования. Еще я хотел бы сказать, что есть, конечно, разница большая между преподаванием истории в средней и высшей школе. Мы имеем в средней школе налаженную уже систему, стандартом, с рекомендацией учебников. Высшая школа, конечно, это другая материя. Здесь очень многие университеты преподают даже не по учебникам, а есть курсы лекций преподавателей, есть школы. Это надо все учитывать. Но в целом я поддерживаю идею, что нужно какой-то рекомендации какие-то, особенно для преподавания истории в непрофильной школе. В профильных учреждениях дело обстоит, по-моему, неплохо. У нас истории уделяется большое внимание. И я хотел бы сказать, что там идет в равной мере изучение отечественной и есть всемирной истории. Вообще наша страна единственная в мире, без пафоса могу сказать, в котором в средней школе преподается в равной мере степени и история наша, отечественная, и история мировая. И это, мне кажется, своеобразие, это наше достижение, мы должны сохранять. Очень важный вопрос о преподавании истории вот в непрофильных вузах во всех. Очень многие сейчас поступают записки, вопросы в современных условиях, Валерий Николаевич, касающиеся мировой истории. Интерес к ней резко возрос. Вы видите это по самым разным дискуссиям по телевидению, прессе, где есть очень разные точки зрения, есть желание пересмотреть прежние оценки. И в этой ситуации, я думаю, что наш совет мог бы сыграть очень важную роль. Поэтому я хотел бы предложить, и сделать, я уже говорил раньше, и Елене Сергеевне, что нужно иметь, мне кажется, отдельно группу по преподаванию мировой истории, поскольку она занимает очень большое место и в жизни общества, и в деятельности университетов, и недостаточное знание у студенчества в этой сфере. Или эти знания в большой мере либо недостоверны, либо явно не соответствуют нынешним оценкам. Далее я хотел бы сказать, что для подготовки вот особенно непрофильной школы нужны, конечно, выработка рекомендаций. Я думаю, что не надо преподавать всю историю последовательно, хронологически, как говорят от Адама до Потсдама, с древности до наших дней.
Я думаю, что важная задача нашего совета и вот те, которые у нас курируют отечественную, если создастся мировую историю, выработать перечень событий, явлений и фактов, которые мы рекомендуем как обязательные для преподавания. Это важнейшие вехи в истории должны быть. Потому что всю историю это бессмысленно для непрофильных вузов изучать. Это не все не запоминают молодые люди. И вот выработка вот этих важных событий должна стать предметом деятельности нашего совета. Это должна быть опора на научные институты. Мы имеем такой опыт и такой перечень, на основании которого, я думаю, надо подготовить новый тип учебных пособий или новый тип рекомендуемого учебника для непрофильных вузов. Какие темы и какие проблемы отечественной и мировой истории необходимо изучение в этих непрофильных университетах. Следующий момент, о чем я хотел сказать, также наш совет может уделить, о чем было сказано уже сегодня, особое внимание проблеме переподготовки, повышения квалификации учителей истории. Сейчас эта система, она у нас больше применительна к средней школе, тоже требует больших совершенствований, но по высшей школе нужны какие-то кардинальные, мне кажется, меры для рамок всего министерства, и наш совет мог бы поддержать эту идею. Они могут сконцентрироваться в отдельных регионах, один регион, скажем, берет на себя функции. Они могут быть и в центре, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске. Это существенная проблема, и преподаватели просят об этом. Речь идет о том, чтобы все-таки привить и рассказать о новейших достижениях в науке, об открытиях в науке, в том числе в истории, которые должны дойти до знания нашими студентами. В целом, я хотел бы сказать, что вся эта деятельность очень, мне кажется, увлекательная, интересная, и я бы призвал моих коллег и в научных институтах подключиться к этому. В Совете есть у нас представители крупнейших наших институтов и университетов. Я думаю, что надо пошире привлекать к работе рабочих групп, особенно представителей наших регионов. У нас в составе совета мало довольно людей из регионов, но я думаю, что вот рабочие группы – это тот инструмент, тот механизм, где большое количество известных людей, могут быть как эксперты, в этих рабочих группах они могут состоять не обязательно из членов совета, а мне кажется, что они должны привлекать большой какой-то коллектив людей, известных в стране, и молодых людей, которые могут привнести в нашу работу эффективную такую результативность. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Александр Аганович. Я, учитывая, что ваше выступление из заявленных последнее, мы сейчас перейдем к дискуссии, несколько соображений в этой связи скажу. Я поддерживаю идею создания группы по преподаванию мировой истории, но и в лучших традициях, раз уж она прозвучала из вашего имени, просил бы подумать о том, чтобы возглавить, соответственно, эту группу, сформировать ее состав и организовать работу. Что касается переобучения преподавателей истории, важнейшая задача, и здесь у нас сегодня не единожды об этом говорили, здесь надо просто организовать системную работу, поскольку есть молодые преподаватели, кто еще только формирует и впервые встает на этот путь, но мы все знаем, там, будучи в аспирантуре, уже, в принципе, направляют профессиональных историков по-хорошему преподавать там, на неисторические, соответственно, специальности и направления. И это одна ситуация. Большой запрос у профессиональных историков, тех, кто заканчивает профильные факультеты, институты, структурные подразделения университетов. И здесь, мне кажется, можно было бы подумать в том числе и об особых стажировках на базе наших ведущих научно-образовательных центров, я имею в виду и университеты от МГУ, РГГУ до других известных центров научных. Ну и, конечно, профильные институты, где вот коллеги присутствуют, поскольку важнейшей задачей у нас сегодня является развитие в регионах науки, в том числе исторической науки, ибо качество образования исторического без развития исторической науки в регионах не обеспечить. Поэтому
Спасибо, Александр Аганович, тоже за... Я просто считаю, мы на одном из ближайших заседаний должны не только одновременно запустить ряд программ, но и посмотреть на это системно, чтобы это были такие выверенные по этапам и взаимосвязанные по смыслам целый комплекс мероприятий. А сейчас, коллеги, я предлагаю обменяться мнениями, высказаться, потому что, в общем-то, вы видите, что в рамках подготовки к первому заседанию, как это всегда бывает, мы провели консультации, пообсуждали достаточно долго, постарались учесть практически все так или иначе предложения, замечания, но, тем не менее, это приглашение к дискуссии. Мы имеем возможность что-то подправить, включить кого-то в состав наших советов, пообсуждать там наличие тех или иных советов. Приветствуется в любом случае инициатива. Я в завершении вот своего сейчас выступления еще раз хочу сказать. Мы исходим из того, что министерство, как федеральный орган исполнительной власти, причем выступающий в роли регулятора не только для основной части государственных вузов в системе высшего образования, но и мы, не являясь учредителями, все равно выполняем важные функции регулятора для всех без исключения вузов. Мы в такой очень тонкой сфере, как историческое образование и исторические исследования, хотим опираться на консолидированное консенсусное мнение исторического сообщества. Именно поэтому все самые сложные вопросы, еще раз повторю, от подготовки преподавателей истории, повышения их квалификации до учебников, учебных пособий, хрестоматий, мы не берем и не отдаем на откуп, уж извините за такое слово, там, чиновнику от министерства, а мы хотим это делать совместно с самим сообществом, с тем, чтобы все это было выверено и пошло на пользу, чтобы все баталии, интеллектуальные споры, обмен мнениями, он шел как раз на этой площадке. А в практической реализации мы уже понимали, что это проверенные, выверенные, обдуманные решения. Пожалуйста, коллеги, кто бы хотел высказаться, пока, может быть, думаете, я на правах ведущего попрошу Анатолия Васильевича Таркунова, с учетом множества разного рода его заслуг, я не буду их перечислять, тоже включиться в дискуссию и сказать несколько слов. Мне кажется, что и направленность нашей дискуссии, и ее содержание отражают как раз те цели и задачи, которые мы должны решить, причем решить в достаточно короткие сроки. Опыт работы над историко-культурным стандартом для школы показал, что именно создание такого рода стандарта, причем разработка этого стандарта в дискуссиях, в работе с историческим сообществом, с гражданским обществом, позволяет определить те основные направления, которые, как мне кажется, и могли бы стать целеполаганием, в том числе работы нашей комиссии. Одна из центральных задач – это создание такого рода стандарта. Причем этот стандарт как для вузов социально-гуманитарной направленности, так и для вузов не социально-гуманитарной направленности, то есть для всех остальных вузов, конечно, должен быть отличаться друг от друга, быть, как вы сегодня справедливо подчеркнули, Илья Николаевич, отражать и специфику той специальности, которую приобретают ребята в том или ином университете, или академии, или институте, то есть учитывать отраслевую историю. Вообще это часть, мне кажется, специальной профессиональной подготовки, отраслевая история, как можно работать в отрасли, не зная ее истории. Это тоже может быть вариативная часть стандарта, которая будет существовать для разных групп университетов. В такого рода работе можно будет привлечь не только профессиональных историков, но и специалистов отрасли. Многие специалисты отрасли знают и не понаслышке, поскольку с многими давно знаком и работаю, прекрасно знают историю отрасли. Кстати говоря, может быть, внесение элементов истории отрасли в преподавание истории в наших вузах вообще обогатит наше представление об истории, в том числе даже и для вузов, которые в социально-экономической направленности. Конечно, в таком рода стандарте обязательно должны быть отражены и региональные элементы. Вот вы упомянули Калининград, но мне кажется, что история формирования нашего государства, история формирования Российской Федерации предполагает,
хорошее знание, или, во всяком случае, представление, общее хотя бы представление о том, как складывалось наше государство. И, конечно, этот стандарт, его вариативная часть должна обязательно предполагать и наличие региональной истории, основных фактов, имен. Ну и, наконец, вы знаете, вот сейчас Александр Наганович, мы, кстати, вчера по телефону обсуждали предстоящее наше сегодняшнее заседание и говорили о необходимости умного, умелого сочетания преподавания всемирной и отечественной истории. Вообще, учитывая ограниченность часов, которые могут себе позволить вузы, не профильные исторические вузы, и даже не социогуманитарные, где, в общем, истории достаточно много, побуждает нас думать о том, чтобы вот в эти часы было вложено как можно больше смыслов. Даже не фактов, факты тоже очень нужны, но смыслов. Поэтому мне представляется, что работая над такого рода стандартами, мы прежде всего должны думать о том, чтобы там были отражены вот те самые вехи, о которых Александр Иванович говорил, которые определяли на достаточно длительный исторический период развития нашей страны, ее формирование историческое. И не стоит, как мне кажется, идти по пути изложения истории от, как образно выразился академик Чубарьян, от Адама до Потсдама, а надо выделить те узловые моменты, которые определяли нашу историю на разных этапах исторического развития, и именно их включить в соответствующий стандарт. Конечно, это работа, в том числе интеллектуальная работа серьезная, но я убежден, что наше историческое сообщество с этой работой вполне может справиться, причем даже не очень оттягивая по срокам создание такого рода стандарта. Спасибо. Спасибо большое, Анатолий Васильевич. Кто хотел бы? Да, Сергей Павлович Карпов, пожалуйста. Глубоко уважаемые коллеги, мы затронули очень много важнейших вопросов. Я остановился бы только на трех. Мы действительно много говорили о изучении истории в непрофильных вузах, и там нужен ориентир. Уход от системного изучения, мне кажется, был бы неправилен. Поэтому, конечно, должен быть системный подход к этому. И для того, чтобы определить его верно, нужно определить векторы. Я думаю, что именно векторы развития могут быть тем как раз началом, который позволит определить, что главное, что второстепенное. Но тем не менее, не выбрасывая ни периоды какие-то, ни страны, ни события. Здесь именно такой подход был бы важен. Его надо разработать всем вместе и определить. Это первое. Второе, о чем я хотел бы сказать. Мы, конечно, очень много внимания должны уделять сейчас масс-медиа. Потому что наши проигрыши, которые есть, они проигрыши в соцсетях. Именно там мы имеем очень много негатива, который отрицательно сказывается на общественном мнении и оценке событий, которые происходят в том числе. Поэтому, конечно, мне кажется, важно, чтобы наши историки большее внимание уделяли участию в этих программах. Создавать надо специально такие программы, в том числе и на телевидении. У нас были прекрасные программы, например, программа «Академия», где ведущие ученые выступали с интересными очень лекциями по разным сюжетам, в том числе и современным сюжетам. И, конечно, было бы очень важно такие вот программы вести и в масс-медиа тоже их каким-то образом отражать. Вместе с тем в дискуссиях тоже. Потому что, конечно, это, мне кажется, заслуживает внимания. И еще одно. Вот сегодня Елена Сергеевна очень правильно сказала, что много фейков и много таких работ, которые как бы представляют себя в качестве важных работ и направляющих в какой-то области исторической науки. Например, войны 12-го года. На самом деле это неверно. Как защититься и как противопоставить правду неправде? Очень просто. Рецензированием. Потому что очень часто мы сейчас, когда мы оцениваем наукометрические показатели, мы опять-таки идем по пути неразумному оценки статей. Для исторической науки оценка статей, опубликованных в Web of Science или в Scopus, или где-то еще, это второстепенный показатель, в отличие от естественных наук, возможно.
Для нас важна оценка исторической литературы через монографии. Монографии и учебники имеют гораздо большее значение, чем статьи при оценке наукометрических показателей и места той или иной школы, того или иного историка. И, может быть, надо вернуться именно к этому. Я думаю, что к этому наше общество и идет постепенно, научное сообщество. Это более правильная оценка. Но для этого надо развернуть одну вещь. Правильное рецензирование, чтобы мы рецензировали, и чтобы результаты этого рецензирования были доступны. Когда идет какое-то вранье, когда человек издает книгу о войне 12-го года и говорит, что он использовал там 2000 архивов, на самом деле он, может быть, один раз там был и одну дверь там открыл, на самом деле. Но он пишет, что он там работал. Ну хорошо, на самом деле, что такое работать в архиве, мы прекрасно знаем. Это работать ежедневно и долго. И это действительно дает какой-то результат. Поэтому нужна оценка. И эта оценка должна быть объявлена. Она должна быть объявлена научным сообществом. И когда научное сообщество это делает авторитетно, ясно, что не нужно говорить о том, что это монография, которая впервые исследует эту проблему и вносит большой в этом вклад. Поэтому вопрос наукометрии важен. Вопрос обязательно расширения нашего участия в медиапространстве также очень важен. И я очень благодарен министерству, что оно создает эти комиссии. Мне кажется, это очень верно. И, Валерий Николаевич, большое спасибо вам, Елене Сергеевне, всем нашим коллегам за внимание к исторической науке. Потому что это основа гуманитаристики. Если мы будем говорить, в чем основа гуманитаристики, в трех вещах. История, родной язык и литература, и география. Это три столпа. Все остальное прикладное. И поэтому на этих трех столпах мы должны все остальное строить. Спасибо. Да, спасибо большое, коллеги. Позвольте голос региона, если... Да-да, сейчас одну минуту. Спасибо. Вот я Николаю Андреевичу хочу предоставить слово, поскольку немножко анонсирую. Мы с Николаем Андреевичем совсем недавно встречались, обсуждали очень, мне кажется, интересный аспект. Он не столько гуманитарный, но чрезвычайно важен для развития исторической науки и вообще для того, что мы с вами говорим. Это уникальное соединение естественных наук и истории, скажем, генетики и истории, появление исторической генетики, которая в основании естественно-научные методы, доказательная база принципиально иная и выводы, которые позволяют это делать. А, как говорится, против фактов не пойдешь уже, тем более фактов, которые не просто субъективное истолкование, но это уже совершенно другого уровня история, история 21 века, где изыскания сугубо гуманитарные построены на результатах молекулярно-генетических анализов. И вот я анонсирую, могу сказать, мы с большим интересом включились, я с рядом коллег уже провел такие переговоры. И я хотел бы, чтобы на этом экспертном совете мы соответствующую сейчас отдельную программу хотим профинансировать, поддержать министерство. Естественно, программа будет включать в себя целый ряд университетов и институтов, она не монопрофильная. И в этой связи, вот, Николай Андреевич, зная, что вы историк и археолог, и хотел бы вас попросить вот эту грань еще подсветить, и вот это направление очень важное. Спасибо, Валерий Николаевич. Ну, очень приятно, конечно, что палеогенетика не забыта. И, конечно, так сказать, вот ожидания современного общества, они во многом связаны в сфере исторических наук и с развитием всего междисциплинарного и с развитием палеогенетики. Очень важно, что вот в эти трудные моменты мы поддерживаем вот такие инновационные направления, и российская палеогенетика делает действительно первые шаги. Это первые шаги, но они, значит, очень важны. Первые образцы, которые, так сказать, секвенируются и анализируются в российских лабораториях. Но я, может быть, сегодня хотел бы все-таки пошире посмотреть на наши задачи. Мне кажется, что очень важные сегодня прозвучали слова о том, что основой для исторического образования должны быть достижения российской академической исторической науки. И, в общем, за последние 10 лет очень много сделано для того, чтобы история, так сказать, как сфера исследований и историческое образование стали ближе. Вот это сближение происходило. Историки из академических институтов стали, значит, больше заниматься преподаванием. Студенты стали больше приходить, и аспиранты в наши институты, но это сфера, которая требует очень, так сказать, серьезного отношения, и мы должны думать о каких-то, так сказать, новых шагах, о каких-то, так сказать, быстрых шагах, которые мы должны делать вот сейчас, вот в этой сложной, повторяю, ситуации. И я думаю, очень важно было бы сейчас поддержать
исторические журналы. Понятно, что у нас историческое знание в разных формах, так сказать, проявляется. Это и монографии, которые всегда будут сохранять свое значение. Это большие информационные системы и базы данных. И если мы говорим о палеогенетике, то, конечно, наверное, главные все-таки формы представления результатов будут большие базы данных, потому что в виде монографии это не оформишь. Это очень такие пластичные сферы. Вот. Но, конечно, журналы очень важны, тем более, что мы сейчас, так сказать, нам предстоит пересмотреть вот сложившиеся, значит, формы оценки наших представлений. Мы уходим от международных баз данных, и в этом плане очень важно, конечно, поддержать наши исторические журналы, вот, которые, так чтобы они, так сказать, стали сильнее, так чтобы они, у них появились какие-то, значит, отдельные средства для развития, в том числе и в электронной форме. И хотел бы сказать еще об одном очень частном вопросе, который тоже, мне кажется, важен. Это археологические практики. Вот сейчас Фонд истории Отечества является, пожалуй, единственной структурой, которая поддерживает системное участие молодежи в археологических экспедициях. Это, так сказать, если мы говорим о том, что историки – это аналитики, которые могут работать с разным материалом, в том числе и с материалом материальным, то, так сказать, участие в полевых археологических работах очень важный элемент формирования личности. Конечно, многие руководители вузов сейчас находят возможность организовывать эти практики, но это ведется не очень системно. Если бы вот мы, значит, подумали о том, как это поставить на более, значит, системную основу, мы бы сделали очень, так сказать, важный, правильный шаг. Все-таки вот наши большие задачи, они решаются путем вот малых шагов, а если мы их будем делать, то у нас будут и нормальные результаты. Спасибо. Да, спасибо, Николай Андреевич. Я отреагирую. В работе все три направления, я имею в виду и журналы, и, как я уже анонсировал, отдельная программа по исторической генетике, или, как вы назвали, палеогенетике. А археологические практики, вот у нас здесь коллеги присутствуют, Татьяна Васильевна, тоже уже обсуждали, и коснемся, поскольку это, по сути дела, ну, это форма повышение квалификации в каком-то смысле и форма образования студентов и где-то молодых преподавателей. Я хотел бы, как было сказано здесь, услышать голос регионов. Спасибо большое, образно, да. Николаевич. Рамиль Равилович, директор Института международных отношений нашего крупнейшего, одного из крупнейших университетов российских, региональных, ну, региональных имеется в виду по месту расположения. Казанский Приволжский федеральный университет, пожалуйста. Спасибо большое. Валерий Николаевич. Валерий Николаевич, я тоже попросил бы слово. Да, конечно. Мы всем дадим возможность высказаться, коллеги. Я буду максимально краток, но хотел бы, Валерий Николаевич, вернуться к вашему тезису, когда вы говорили о том, что сейчас в обществе большая заинтересованность действительно не только в профильных классических вузах, но и в непрофильных вузах увеличить не только количество часов, а самое главное, о качестве контента. И в этой связи готов подтвердить, буквально накануне вот нашего заседания экспертного совета в Республике Татарстан состоялся совет ректоров, на котором Казанский федеральный университет, временно исполняющий обязанности Таюрский Дмитрий Альбертович, предложил всем коллегам внимательнейшим образом рассмотреть те позиции, которые, возможно, позволят увеличить и качество, а самое главное, и количество часов. И здесь мне представляется, и после обмена с коллегами, представляющими региональное отделение Российского исторического общества, мы действительно нуждаемся в очень серьезной поддержке, так как многие вопросы требуют некого законодательного методического подхода. Дело в том, что, например, вывести дополнительные часы за рамки учебного плана, это требует, конечно, внесения определенных изменений в ВГОС всех направлений. Поэтому это большая и сложная работа, но мы готовы выступить и с предложениями, и с обоснованием. И, кроме того, хотел бы тоже вернуться к первой позиции, когда Сергей Евгеньевич говорил о необходимости уделять особое внимание не только профессиональной подготовке в классических университетах по специальности истории, но и педобразованию. И здесь необходимо взаимодействие между Российским историческим обществом, экспертным советом и ФУМО по педобразованию. Здесь необходимо найти тот самый консенсус, который позволит учесть мнение друг друга и, возможно, внести серьезные коррективы, в том числе и
и в разрабатываемые документы. Вы знаете, и ядро уже было подготовлено, и есть определенные позиции наших коллег, представляющих педагогическое направление. Здесь мы должны пойти друг другу навстречу. И я хочу вас заверить, что такая работа обсуждения по регионам в рамках Российского исторического общества проводится, и представители самых различных регионов от Сибири, Урала и до Калининграда, они свои предложения уже сформулировали. Спасибо большое. Да, спасибо. Особая надежда большая на крупный региональный университет, вообще на региональные университеты. Я знаю не понаслышке, какое значение придают там отделениям Российского исторического общества. И, ну, надо признать, что если посмотреть на историю создания системы высшего образования, мы знаем, 30-е годы были особыми, когда у нас по существу произошла разборка многих университетов, появление в середине 30-х годов, начало и в середине 30-х годов целой серии региональных университетов. И если посмотреть на генезис, посмотреть на то, как развивались эти университеты, они педагогические в большинстве своем были, это сейчас они стали классические, это начиная с 70-х годов, в структуре определяющими традиционно были два факультета, исторический и филологический. Это к вопросу как раз о понимании вот того каркаса мировоззренческого, который надо формировать. И сегодня это определяющее. Вот нам важно, несмотря на то, что в 90-е, в 2000-е наши университеты прирастали новыми модными специальностями и направлениями, там юриспруденция, менеджмент, экономика. Вот это ядро, которое является стабилизирующим для развития региональных университетов, его поддерживать. И в силу, чтобы мы понимаем, опять же, объективных причин, не самые модные специальности и направления, история, археология, филология, зарубежная филология, ну, выражаясь, опять же, вот старым добрым, может быть, классификацию, если взять языкознание даже. Вот в этом контексте нам, конечно, тоже надо смотреть, и очень хорошо, что наши региональные университеты, а в составе рабочих групп у нас очень хорошо представлены регионы. В этой связи я отдельно хотел бы попросить выступить, тем более уже заявился наш дорогой Анатолий Пантелеевич Деревянко, известный ученый с мировым именем, научный руководитель Института археологии и этнографии СУРАН. Анатолий Пантелеевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, уважаемый Валерий Николаевич, Сергей Евгеньевич. Вот система переподготовки преподавателей, она была очень хорошо налажена. И при Новосибирском университете был факультет переподготовки. И он каждый год работал в течение всего года, и проходили переподготовку преподаватели вузов Сибири и Дальнего Востока. В своем выступлении, коллеги, я хотел бы остановиться на двух вопросах. Первый вопрос, который, как говорится, он обсуждается всеми и вся. Я убежден, что вот старая система образования в Советском Союзе была лучшей одной из мира или лучшей в мире. Об этом свидетельствует и индустриализация страны, и создание ядерного щита, космической авиационной техники, первый искусственный спутник, первый человек в космосе и многое-многое другое. То есть не идет речь о том, чтобы сломать и перейти на старую систему. Очень важно в сложившейся обстановке, она очень сложная, еще раз вернуться и взять все самое лучшее. Это первое. Второе, это очень важная проблема, связанная, которая уже освещалась, с преподаванием истории на негуманитарных факультетах. В декабре прошлого года в Новосибирском университете прошел ученый совет, где обсуждался отчет гуманитарного института. И выяснилось, что на факультетах разный подход к преподаванию истории. На одних факультетах вообще историческое образование было исключено,
На других, в большинстве, по решениям ученого совета, историческое образование было переведено на факультатив. Это означает то же самое исключение. И вот в результате обсуждения было принято решение о необходимости, о важности именно исторического образования. И Константин Ильич уже более подробно говорил об этом. То есть как построить эту систему? Это очень непростая задача. И было принято на ректорате решение, что останавливаться на узловых вопросах, об этом уже говорили многие выступающие. То есть речь идет о, должна идти о создании российского государства, о двух отечественных войнах, о Октябрьской революции, гражданской войне, репрессиях, создании и развале Советского Союза, создании Российской Федерации и других. Мне представляется, что сама по себе форма должна быть совершенно другой. То есть все студенты, они с первого класса в той или иной мере, ну, имели, как говорится, представление в школе от учителей истории и так далее, истории нашего Отечества. Очень важно, чтобы эта форма была очень интересной, уже люди, студенты, взрослые, в дискуссионной форме проходила. И для этого необходимо как бы подбирать, отбирать преподавателей с широким кругозором и умеющих вести дискуссию. Создание какого-то, скажем, стандарта, с моей точки зрения, это маловероятно, потому что именно выделение узловых вопросов, и, может быть, действительно здесь должны принять участие сами студенты, то есть провести обсуждение на тех или иных курсах, и чтобы они сами остановились на тех проблемах, которые их больше всего волнуют. А свое вот выступление я хотел бы закончить словами поэта, которые были сказаны более 200 лет тому назад. «Не будь физиком, математиком, агрономом, медицинским работником, а гражданином ты обязан. Воспитание именно гражданского чувства, патриотического чувства наших школьников, студентов, мне представляется первоочередная задача. И этому мы должны отдать весь свой опыт, свои знания. Спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Пантелеймонович. Я тоже хочу несколько в развитии, ну, буквально там 1-2 тезиса сказать. Мне очень импонирует вот такой подход, он очень тяжелый, его сложно технологизировать. А, в частности, вы правильно говорите, отбирать преподавателей с широким кругозором. Собственно, легче всего по стандарту работать. Но вот на это и направлена наша с вами большая сейчас программа, как мы считаем, повышение квалификации. Потому что широкий кругозор, для этого надо постоянное общение с теми, кто занимается исследованиями и сам таким кругозором обладает. Наши преподаватели, многие, ну, мы знаем, 90-е, 2000-е годы, так уж сложилась система, что недостаточно было академической мобильности. Та система, которая аспирантуры, когда мы все знаем, в региональных вузах возвращались те, кто получал образование там, в ведущих советских вузах. И это ведь выполняло важную роль еще прививка от инбридинга, так называемая, поскольку совершенно другая управленческая культура, когда ты выезжал, получал образование, потом приезжал, возвращался. Вот в каком-то смысле в 90-е, 2000-е годы мы это утратили. Там у нас ситуация в этом смысле не пошла на пользу. И сегодня я принципиально важным считаю дать возможность тем инициативным преподавателям, а большинство все-таки хотели бы свой кругозор расширить, получить более там, современные передовые знания, как раз через подобного рода целостную систему повышения квалификации. И в ведущих университетах, в ведущих научных центрах, я об этом говорил, и через отдельные площадки. Вот уже этим летом мы планируем, сейчас будем отдельно обсуждать, при большой поддержке экспертного совета Российского исторического общества, для преподавателей истории, в первую очередь молодых преподавателей истории, системно такую работу организовать. И я думаю, что потом легче будет и на местах проводить отбор с тем, чтобы
опираясь вот на широкий кругозор, преподаватели могли отвечать тем требованиям и в конечном итоге повышать качество исторического образования. Это длинный, кропотливый, тяжелый путь, но он, мне кажется, более перспективным, поскольку здесь простых решений все-таки не будет. Коллеги, кто еще хотел бы высказаться? Да, я давайте так, в таком порядке сейчас Андрею Евгеньевичу Петрову и Андрею Леонидовичу вам потом. И если не будет возражений, мы уже тогда будем подытоживать. Если есть желание, Лев Сергеевич, вас тоже выслушаем. Пожалуйста. Спасибо огромное, Валерий Николаевич, Елена Сергеевна, Константин Ильич. Значит, идея совета, она крайне своевременная и удачная. Спасибо большое за подготовку. Мне кажется, что сегодня вынесли очень проработанные уже решения, такие, значит, взвешенные, на основе которых можно выстраивать ту дискуссионную, аналитическую, так скажем, работу, которую будет проходить в рабочих группах и на площадках нашего совета. Вот эту благодарственную часть я закончил. Вот. А теперь несколько моментов, которые нам также необходимо учесть в работе. Пока сейчас конфигурация тематики, проблематики нашего совета исходит из того, что мы живем в аквариуме. Мы создали некое такое пространство высшего образования, в котором хотим сделать хорошо, а это не выйдет. Об этом говорил, кстати, Константин Ильич в своем выступлении, задавая вопрос: давайте поймем, для чего оно нам. А вот это «поймем, для чего оно нам», оно нас выведет с вами неизбежно на взаимодействие как с общим образованием, так и с работодателями. Поэтому я прямо вот коротко просто обозначу. Понятно, нам предстоит большая работа, обсуждение, и мы видим и ценим ту готовность, с которой министерство готово помогать в рамках своих компетенций. Но тем не менее, значит, вот 10 лет назад мы начали путь, вот эту работу по созданию концепции преподавания истории для школы. Сейчас уже большой такой серьезный этап закончился. Когда обсуждался довольно важный вопрос о том, какую выбрать систему, линейную или существовавшую тогда концентрическую, я очень хорошо помню, что наши коллеги-учителя, методисты, работники общего образования, они выдвигали в том числе и даже теория целая, не заговора, но другая теория возникла, о девальвации исторического образования по мере повышение его, так скажем, уровня. То есть дети с 6 по 9 класс изучают как бы всю историю, а затем 2 года, по сути полтора, 10-11 класс, они повторяют весь курс истории как бы на еще более высоком обобщительном уровне. И потом они приходят и на первом, ну кое-где на втором курсе вуза, они получают курс в 30 часов, что означает 15 занятий, 4 лекции, 5 семинаров, а иногда 3 семинара, и еще какие-то часы на зачетно-экзаменационные мероприятия. И возникло вот даже такое понятие о девальвации истории по мере роста человека. Чем он взрослее, осознанней, социально значимей становится, развивается, да, человек, тем более уничижительное, что ли, у него формируется отношение к истории. Значит, вот этап, связанный со школой, мы почти прошли, там кое-что там дорулить надо, конечно, но вот мы его прошли. Сейчас нам, конечно, очень своевременно, очень важно заняться этапом высшей школы. И здесь нужно учесть вот какие моменты. Значит, для, может быть, это выносить как наше общее предложение на ту межведомственную комиссию, которую сегодня Валерий Николаевич упоминал, может быть, еще на какие-то уровни. Но, тем не менее, встает вопрос о сдаче экзаменов. То есть, значит, история пока проигрывает, да, она там где-то в уровень с физикой идет по сдаче ЕГЭ и проигрывает однозначно обществознанию.
Но вот существуют хорошие примеры, уже проверенные примеры, когда обществознание на ряде специальностей в вузах, экзамен по обществознанию заменяется историей. Анатолий Васильевич у себя провел, опыт есть, можно поделиться. История лучше, чем обществознание, дает возможность проверить познавательные, мировоззренческие и вообще там логические какие-то навыки абитуриента. Это уже проверено, ну хотя бы история, наука такая, не меняющаяся. Обществознание можно поправками в закон изменить. Вот. Это один момент. Второй момент – это то, что сегодня Сергей Евгеньевич нам говорил. Если уж историк – это универсальный аналитик, да, давайте тонко, ненавязчиво, но настойчиво работать с работодателями. Да? Вот, например, закон о госслужбе, он как бы позволяет широко применить людей, с выпускников с соответствующей записью, там, преподаватель истории или просто история специальности. Значит, может быть, и какие-то еще сообщества, да, медийные сообщества, значит, работодателей, целый ряд других, они тоже расширят возможности для приема людей, получивших в своей специальности истории. Но это означает, что процесс должен быть обоюдонаправлен. Мы должны очень серьезно развивать и модернизировать наше историческое образование. То есть классическая основа – это хорошо, но должны появиться новые совершенно привлекательные для современной молодежи специальности. Про генетику сегодня говорили. А я сейчас напоминаю про медиа. Наверное, Андрей Леонидович еще добавит к этому. Масса возможностей для применения молодых креативных людей, в том числе и в соцсетях модных и так далее, если эта специальность сразу войдет на истфаке. Вот. И последний вопрос здесь, может быть, я даже не знаю, может быть, отдельное какое-то направление или рабочую группу в рамках нашего совета по кадровому обеспечению. Потому что, ну, положим, с учебниками-то и методичками мы разберемся, значит, с совместными усилиями такой, значит, мощной авторитетной команды. А вот дальше это всего лишь оружие в чьих-то руках. Поэтому, Валерий Николаевич, вы обозначили это как важную задачу, как целую программу и направление в работе министерства. И это надо развивать и закрепить, и наша помощь здесь будет. Спасибо, Андрей Евгеньевич. Очень правильные акценты. Я уже в голове прям вижу план работы, в том числе и передовые технологии преподавания истории. А когда мы будем обсуждать, ну это инструмент просто кадровой работы, повышение квалификации или переподготовка, как бы мы тут ни использовали термины, мы, конечно, в широком смысле, наверное, придем с вами и к вопросу кадрового резерва, и к вопросу трудоустройства историков, а следовательно, изменения квалификационных требований к занятию государственных и муниципальных должностей. То, что, если я вас правильно слышу в этой истории, да, надо будет отдельно пообсуждать. Здесь такая сложная и интересная работа для юриста в первую очередь, не только для историков. Но мы поработаем, я даже знаю с кем, и с Минтрудом поработаем, и с коллегами с нашими, из профильных кафедр, кто занимается этими вопросами, я имею в виду госслужбу в широком смысле. Андрей Леонидович, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо, Валерий Николаевич. Уважаемые коллеги, я хотел бы продолжить одно из направлений выступления Сергея Павловича и в соответствии с поручением Андрея Евгеньевича, только что полученным, я хотел бы обратить внимание на то, что мы не только должны работать на наших студентов, учащихся, работников высшего образования, но и смотреть шире. Мне кажется, что сейчас наше научное и педагогическое сообщество, конечно, должно в значительной степени влиять на умонастроение и знания людей, которые в настоящий момент к системе высшего образования или научной деятельности не относятся. Люди уже закончили университет, они находятся на какой-то обычной работе,
наше подрастающее поколение, не принадлежащее к студенчеству и так далее. И здесь мне кажется, что наши институты, университеты могли бы создать систему, может быть, даже довольно коротких дистанционных курсов, очень удобно входящих в сознание людей, в том числе молодых, которые объясняли простейшие вещи, в том числе такие, как национальные интересы. Ну, условно говоря, больше тысячи лет наш этнос идет на юг. Зачем нам нужны были Босфор и Дарданеллы? Ну, вот возможно, что если бы действительно было выполнено решение Антанты от июня 17 года, и Босфор и Дарданеллы отошли бы к России по результатам Первой мировой войны, после Второй мировой войны бы с нашими ужасными жертвами Великой Отечественной войны, может быть, ее просто бы не было. И это многие историки придерживаются этого, этой точки зрения. И таких точек очень много. Мне кажется, что вот эта вот история, связанная с национальными интересами, с осознанием того, что когда народ не обслуживает хотя бы путем некоторых жертв на коротком периоде национальные интересы, то впоследствии жертвы, которые он приносит, намного больше. И наоборот, когда путем огромного напряжения мы решаем исторические задачи, которые стоят перед нами и перед соответствующими поколениями, то после этого нас ждет огромный расцвет. Как то поколение, которое в 2014 году вошло мальчиками в войну против Берлина, и Вены и Будапешта, после этого пережили развал страны, голод, репрессии, гражданскую войну, бог знает что еще, опять продолжили ее, собственно, в том виде, который мы знаем, как Великая Отечественная, и, наконец, взяли и Вену, и Будапешт, и Берлин, а потом еще запустили Гагарина в космос. Вот это поколение выполнило свою миссию, и, может быть, стоит на этом примере говорить об этом. Это хорошая, мне кажется, важная история. Более того, мы ведь не первые. У нас уже были ситуации, когда довольно хорошо и успешно, некоторые примеры были, того, как вот такого рода воспитание и образование уже было. Конкретные предложения. Сейчас довольно большое количество западных, в том числе голливудских фильмов, отозвано вот из проката. У нас остается в кинотеатрах довольно большой вакуум. Может быть, стоило бы поговорить с соответствующими ведомствами о том, чтобы те фильмы, которые создают то, что, о чем вы говорили, Валерий Николаевич, в своем выступлении, общекультурный, эмоциональный фон существования нации. Это могут быть и комедии, условно говоря, Рязанов там, или Данелия, но это могут быть исторические фильмы. Например, фильм про «Варяг» замечательный 1946 года, который вообще сейчас смотрится как документальный молодыми людьми, в силу того, что он черно-белый, там прекрасно переоборудовали «Аврору», которая играла «Варяг» и так далее. И в случае, если действительно в один день в кинотеатрах по всей стране это будут показывать, во-первых, это сплотит семьи, потому что будут разные поколения ходить вместе в кинотеатр, чего давно уже не было. А во-вторых, мы можем развернуть после этого большую дискуссию в соцсетях на эту тему. А что это означает? Большое количество людей, допустим, даже если это сотни тысяч людей посмотрят этот фильм, а других не будет в кино, потому что Голливуд, повторяю, ушел от нас, то вполне может быть, что это действительно станет хорошими отправными точками для очень важных и нужных дискуссий. И последнее, о чем я хотел сказать, тоже очень конкретная история. У нас есть очень важные исторические теги, которыми мы, к сожалению, иногда не пользуемся. Привожу пример. Георгиевский крест и орден Святого Георгия. Сейчас мы видим большое количество награждений, связанных с спецоперацией. У нас пока, во всяком случае, в средствах массовой информации никаких известий о награждении георгиевскими наградами не было. Между тем, и за Осетия, и за события в Осетии, и в Абхазии, и за события в Сирии, такие награды были вручены. Может быть, стоило бы обратиться в комиссию по государственным наградам при президенте Российской Федерации с предложением о том, чтобы провести большую работу, связанную с вот этими ассоциациями, историческими ассоциациями. И в случае, если сейчас георгиевские награды будут вручаться, они, я уверен, что будут вручаться, то и ассоциации с Отечественной войной 1812 года, с Крымской войной, с Турецкой войной, с Первой мировой, конечно, и даже с Великой Отечественной, где был Орден Славы. Мне кажется, что это было бы очень важно, потому что люди совершают те же самые подвиги, абсолютно одинаковые. Пара людей, тот, кто сейчас взрывает себя, как Нурмагомед Гаджимагомедов, первый, получивший звание героя, подорвал себя и не дал в результате уничтожить своих собственных солдат, подчиненных, и спас их. И такие же подвиги, например, времен Великой Отечественной и Первой мировой войны. Мне кажется, что мы также могли бы, и наш университет в этом смысле готов взять на себя частично эту работу, сделать вот такие пары, очень короткие, для, там, не знаю, 5-7-минутные сюжеты, которые потом, например, использовать в социальных сетях. Спасибо большое.
Спасибо, Андрей Леонидович. Лев Сергеевич, вам слово и предлагаю подводить итоги. Спасибо. Спасибо большое, Валерий Николаевич. Я буду краток. Три тезиса по ходу нашего обсуждения. Мне кажется, во-первых, что у нас есть очень мощное конкурентное преимущество. Оно состоит в том, в фундаментальности нашего образования, которое мы даем на исторических факультетах в высшей школе. Вот мне кажется, что это главное преимущество нужно в полной мере использовать. Это значит, что наше образование, построенное, как и научные исследования, прежде всего на принципе историзма, имеет охват, продолжительный охват. Вот я здесь обращаюсь к Александру Агановичу, который говорил о том, что у нас с пятого класса мы начинаем изучать историю, и ни в какой другой стране мы ничего подобного не находим. И должен вам сказать, что наши выпускники и наши коллеги, как правило, выигрывают в конкуренции, когда оказывается, что эрудиция нашего историка значительно шире и глубже, чем наших коллег-оппонентов. С этой точки зрения, мне кажется, я бы поддержал тезис Сергея Павловича о том, что нам нужно сохранить обязательно в высшей школе вот этот принцип фундаментальности образования, когда мы изучаем всю историю, и в том числе в ее новых проявлениях. Ведь постоянно появляются новые источники, постоянно появляются новые методы изучения. Мы в данном случае должны воспользоваться этим. И только в этом случае мы сможем получить квалифицированных, грамотных специалистов. Это, я говорю, только применительно к историческим факультетам. Когда мы говорим о неисторических специальностях, да, вот здесь мы должны, на мой взгляд, сконцентрировать внимание, так как сегодня говорилось, на ключевых событиях и ключевых тенденциях, действительно отобрать то, что мы считаем принципиально важным для исторического развития и понимания процесса. И на этой основе сформулировать, да, какой-то стандарт, который на некую систему, тот набор в том числе знаний, тот набор, который будет достаточен для человека, чтобы правильно представлять закономерности исторического развития, да и сам ход истории. Вот здесь не хотелось бы, чтобы здесь было смешение. Есть, мне кажется, нужно провести очень четкую грань. Да, сохранить фундаментальность высшего образования на ИСТФАКах, на высшей школе, которая дает нам это конкурентное преимущество. Вот это первый тезис. Ну, чтобы закончить с этим, понимаете, у нас на ИСТФАКе 18 кафедр, и я не знаю другого университета в мире, который давал бы такое образование вот в такой емкости, в такой глубине и в таком разнообразии. Поэтому здесь выделение для высшей школы каких-то, так сказать, рамок, ограничивающих возможности движения, ну, мне кажется, будет ошибочно. Второй тезис. Я очень рад был услышать в вашем выступлении, Валерий Николаевич, озабоченность министерства о необходимости повышения квалификации наших преподавателей. К нам приезжают, просят. Мы даем все, что можем. Но знаете что? Многие хотят приехать, но не могут. Я не специалист в том, как формируются бюджеты университетов, министерства и так далее. Но многие наши коллеги с периферии говорят просто, знаете, у нас нет денег на командировочные расходы, у нас нет денег на оплату курсов повышения квалификации и так далее. Ну, просто здесь я ставлю вопрос. Нужно, вот мы сможем добиться наших целей, в том случае, если вот эта основная широкая масса наших коллег в регионах, да, сможет услышать от нас и воспринять от нас то, что необходимо на сегодняшнем этапе, но они должны к нам приехать. Конечно, вот эти вот формы, безусловно, расширяют наши возможности, мы активно этим пользуемся, но поверьте мне, в полной мере они не заменят личного контакта, когда мы можем вот так вот, сидя за круглым столом, по-настоящему дебатировать и отстаивать те позиции, которые мы считаем необходимо отстаивать. То есть вопрос состоит в том, можно ли каким-то образом министерству создать некую систему, ну, видимо, она создается, она есть, но для того, чтобы у наших коллег с периферии было больше возможностей для общения с нами, чтобы они могли приехать в ведущие вузы и обсуждать наиболее важные темы. Вот мы только что создали с нашими коллегами с факультета педагогического образования в МГУ
специальную программу прямо по ключевым спорным вопросам истории. Отзыв огромный, но приехать многие не могут. Ну и третий тезис. Знаете, мне кажется, нам нужно стремиться к тому, чтобы в нашем образовании использовать максимально привлекательные методы изучения и преподавания истории. Они появляются все новые. Есть разные методики. Они появляются, я уже не говорю о социальных сетях, я говорю прежде всего о том, какими методами мы можем стимулировать рост интереса к истории, ребят. Есть целого ряда, есть разные методы преподавания, помимо классических лекций и семинара, которые, безусловно, остаются. Но в ходе этих занятий мы можем использовать совершенно разные, новые, те, которые сейчас все более на слуху, включая, между прочим, междисциплинарные. Междисциплинарные сейчас создаются школы междисциплинарные, в том числе гуманитарных наук. Нужно пользоваться методами и этих наук тоже, сохраняя фундаментальность исторического образования, мы тем самым обогатим наших ребят, обогатим студентов, наших будущих преподавателей знанием и умением тех методов работы с молодежью, которые сегодня востребованы. Они становятся все новыми и новыми. Вот все, спасибо, три тезиса. Да, спасибо. Ну вот, очень правильный тезис о фундаментальности высшего образования, то, за что ценится советское образование, требует нового прочтения, безусловно, и нам об этом стоит обстоятельно поговорить, причем в моем представлении, как это ни странно, фундаментальность советского образования была обеспечена обязательно избыточностью. То есть в том смысле, что ты мог получить даже знание то, которое тебе не было очевидно необходимо, но это и формировало из тебя человека, если не с энциклопедическими знаниями, то с широким кругозором. И вот эту избыточность зачастую в угоду каким-то там, в угоду экономии образования мы потеряли. Принцип экономии образования стал доминировать. Но это не только для историков важно. Мне кажется, фундаментальность в широком смысле несколько другую, если рамку взять, она важна и для тех, кто у нас по IT готовится, по техническим специальностям направлениям. Ни в коем случае нельзя замыкаться в профессиональной предметной области подготовки. Мы можем получить прекрасного профессионала, но если не будет вот того каркаса, о котором мы говорим, это не будет полноценное, фундаментальное университетское образование, потому что все-таки университет – это формирование картины мира. А ее без истории не сформировать ни у инженера, ни у айтишника. Курсы повышения квалификации по IT, если ты талантлив, можно пройти с помощью ВКС. Там пару месяцев и так далее. А вот сформировать относительно непротиворечивую картину мира, поскольку мы понимаем, что такового быть не может, диалектическое противоречие всегда будет, это вот задача как раз университетов на основе хорошего школьного. Я просто почему обращаю на это внимание, это наверняка должно быть и будет предметом нашего разговора. Мы от практических вещей, от того, какие набор дисциплин и преподавателей, будем неизбежно касаться вот таких, казалось бы, каких-то идеологем. Но без этого никуда. А что касается программы, мы уже с этим летом вместе с вами, у нас есть ресурсы, источники и задумки, мы запустим эту программу мобильности целевой. Я слышу и разделяю вот эту озабоченность крайнюю по поводу того, что, к сожалению, не финансируется в том объеме, по крайней мере, мобильность коллег из регионов, какой бы они хотели. Поэтому надо помочь через гранты целевые на вот специализированные программы, будь то там школы, стажировки или археологические, как мы говорили, экспедиции или практики. Эту всю историю, по мне, так это одно большое направление деятельности. Ефим Иосифович, я не могу вам не предоставить слово в силу целого ряда причин, но попрошу быть предельно лаконичным с учетом того, что мы практически 2 часа работаем, но мой график требует. Спасибо. А там рядом с... Да, я буду очень краток. Значит, во-первых, со многим, что здесь высказано, я согласен, поэтому я не буду. Но 2 вещи я хотел, так сказать, уточнить. Первое – это проблема адресности наших усилий. Вот всех этих, неважно, как называется, узловых направлений, узловых минимумов, которые мы предлагаем в концепции и так далее, крайне важно определить адресность наших действий.
Первое, так сказать, ну, понятно, что то, что касается профессионального исторического образования, это отдельный сюжет. И, конечно, мы, может, и будем об этом здесь тоже обсуждать. Это потому, что, собственно, от этого зависит и многое остальное в адресности. Но, тем не менее, это один сюжет. Но вот, вот с точки зрения адресности, конечно, нужно выделить через вариативность или через, так сказать, определение самих этих узловых тем и сюжетов, какие адресаты. Ну, во-первых, конечно, это не исторические, сказать, структуры классических университетов. Это одна картина. Она отличается, допустим, от инженерного образования, сказать, системы вузов, имеет специфику. Сказать, не говоря уже от аграрных, как вы, Валерий Николаевич, сказали, или медицинских и так далее. Но есть еще одно направление, это, сказать, это программы, для нас очень важна, программы подготовки кадров творческих вузов. Потому что они потом, сказать, передают это вот через все, через СМИ, через театр, через кино и так далее дальше. Это тоже, сказать, это адрес должна быть определена. В этих вот всех наших усилиях, в том числе повышение квалификации, и во всех. Я не буду повторяться, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Вот. И, конечно, естественно, вот отраслевая, сказать, этот элемент, тоже в этой части, но он не в отрыве, он просто, Антон Васильевич правильно сказал, что, конечно, должен врач знать историю медицины, но это другое дело, но, в принципе, с точки зрения истории, у нас, вы понимаете, такая наука, что мы волей-неволей занимаемся всей историей. И истории науки, и истории техники, в какой степени, и истории театра, и истории промышленности. Я занимался историей промышленности сам, поэтому я знаю, что это так. С точки зрения истории, не с точки зрения того, что я, сказать, могу создать автомобиль. Так вот, это один сюжет. И второй сюжет, кроме адресности. В этой нашей деятельности история как раз может дать очень важный элемент, очень важный сейчас для высшей школы вообще, и науки. Это междисциплинарности, вот в этих, вот, так сказать, наших адресных направлениях. Потому что, ну, вот здесь уже мы сами прекрасно показали значение палеоархеологии. Конечно, это сейчас прорыв. Это, собственно, вообще прорыв в науке, не только даже в археологии. Это, строго говоря, это прорыв появления таких полей междисциплинарных, которые даже не знаешь, какой они области, гуманитарные или не гуманитарные относятся. Они, собственно, едины. Так вот, таких очень много областей, в которых история так или иначе втянута. И нам, конечно, вот в этих вот, для того, чтобы молодежь привлечь, вот эта междисциплинарность нужна крайне важно во всех наших, сказать, действиях тоже учесть, в том числе и в концепции, и в повышении квалификации, и в учебниках, ну и во всех-то других, и в этом определении, сказать, гражданской позиции молодежи, потому что это как раз тоже наше качество, достижение и преимущество, которое мы должны предлагать, так сказать, подрастающему поколению. И, конечно, я думаю, что все-таки обращение через социологию, то, что, так сказать, очень хорошо эта идея прозвучала, что послушать и посмотреть, что, как общество на это относится, это крайне важно, что было бы, что нужна обратная связь. Поэтому я очень поддерживаю эту идею, потому что мы, конечно, должны ориентироваться на то, что и работодатели хотят, и что хотят общество, главное, хочет молодежь. Поэтому, конечно, это очень важно. Я поддерживаю это тоже. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, у нас сегодня первый день, когда мы можем с вами ходить без масок, уже вы знаете, безмасочный режим. Я несказанно рад тому, что есть возможность простого человеческого общения, и вот эти два с небольшим года — лучшее подтверждение тому, что живое общение ничего все равно не заменит, да? Мы в очередной раз в этом убедились. Хочу от всей души поблагодарить всех коллег, кто сегодня с нами на связи, присутствует здесь. Было очень принципиально, ну, не только с точки зрения там какой-то протокольной нам провести, понять настрой, обменяться, высказаться, обменяться мнениями. И мне кажется, у нас неплохо получилось на старте. Рабочие группы определены, 4 рабочие группы. Я принимаю предложение Александра Агановича по преподаванию мировой истории. Если не будет возражений, поскольку мы инициатор, мы с вами посоветуемся в таком рабочем порядке, определим руководителей, я, соответственно, подпишу там приказы, и будем всяческую помощь оказывать по всем тем направлениям, которые здесь были обозначены, тем более, что ни одно из них не является приоритетным. Почему? А все вместе сразу. Потому что если занимаешься только одним направлением, то все равно провалишь в целом работу. Они взаимосвязаны между собой. Ну, как мы говорили, преподаватели и учебники. Тут непонятно, что важнее. Одновременно надо, да? Научные исследования точно так же и так далее, и так далее.
Мы не планируем это растягивать, не будем это растягивать на долгие годы и месяцы. Мы очень настроены на динамичную, обстоятельную, последовательную работу. Еще раз вас от всей души благодарю и за работу. Спасибо вам большое.